Ребята, старший продавец Максим расскажет вам о предложении АвтоВАЗа. Слушаю Максима. Ну и в этом месте, кстати, у нас действует отличное предложение на автомобиле «Лада 4х4». Это дополнительная скидка при обмене вашей старой Нивы на новую в размере 30 тысяч рублей будет идти при обмене «Лада 4х4». Ну и также это участие данных автомобилей в госпрограмме «Первый» либо же «Семейный автомобиль», что позволит вам приобрести автомобиль с выгодой в размере 10% от стоимости автомобиля. Ну а для любителей улучшить данные машины, это поставить аудиосистему, затонировать же, будет предоставлена дополнительная скидка в размере 10% на выбранные вами аксессуары. Ребята, напоминаю адрес. Куда мы приезжаем? Волгоградская 5, автосалон «Лада Сервис». Да, город Оренбург. Город Оренбург. Так, ребята, с вас лайкосы, ждем вас в гости. Приезжайте. Новый не вас, пожалуйста. Ребята, про эту машину сказать-то, в принципе, нечего. В этой машине какие изменения? Установлена антенна ГЛОНАСС. Единственное отличие внешнее этой машины – установлена антенна ГЛОНАСС. Установлены новые сиденья, абсолютно новые. Очень легко двигаются за счет такой ручки. Установлена подушка безопасности. Одна боковая. Сиденья двигаются классно. Поддержка боковая есть. Садимся. Нива осталась той же. Две розетки 12-вольтовые. Новая панель. Печку уже не надо ползунками двигать. Все регулируется. Четыре режима печки. Очень удобно пользоваться таким автомобилем. Бардачок тоже большой. Здесь у нас установлена кнопка ГЛОНАСС. Все, ребята, других их изменений в Ниве нету. Что касается двигательного отсека, здесь дополнительно установлены предохранители. Ну и все. Приезжайте, покупайте, если есть возможности, желания.